жовта зона карантину в деяких регіонах України та посилення обмежень через ковід вже з 13 вересня. Такий прогноз зробили у МОЗ. Все через збільшення щодня кількості нових хворих. Якщо цей сценарій триватиме, навчальним закладам знову світить дистанційне навчання. Що думають про онлайн-освіту дніпряни, запитаємо у них просто зараз. Якість освіти домашньої залежить від того, наскільки контролюють цю освіту батьки в більшості випадків. Якщо ми говоримо про студентів, там більше є самоконтроль, тому там можливіше якість краща. Але от будучи мамою двох дітей, я можу сказати, в різних класах вони навчаються. Я скажу вам, що якби я не займалася з ними, то якість була б дуже поганенька. В прошлом году это было вообще нецелесообразно. В этом году я тоже думаю, намного ничего не изменилось. Обучение дома никакого смысла не имеет, оно очень слабое, родители не справляются, у них нет этой возможности учить. И пусть они учатся в школе. Они не в состоянии сконцентрироваться, смотреть, следить за темой. Поэтому это очень сложно. Я вважаю, що це краще рішення. Також я вважаю, що це щось новітнє, щось сучасне. Вот ребенок младшая школа находился на таком обучении. Ну, мы не совсем справлялись, потому что непривычно, по-новому было. И если ребенок сам, то не совсем сама могла все разрулить. Детям нужно непосредственно участие преподавателей, чтобы они чувствовали энергетику, чтобы дети понимали глаза в глаза, как говорится. Вот. А так они смотрят в телевизор. Кто-то там чем-то своими делами занимается, прослушал, не прослушал. В общем, в одно ухо влетело, в другое вылетело, скажем так. Вот. А когда взрослые уже сознательно или студенты занимаются через интернет, это я только приветствую. Глубокое отношение у меня. Я убежден, что учиться очно полезнее гораздо. Вот. Но с позиции вот именно вставать в 6 утра, как я второй день подряд стою, то, конечно, хочется бы продолжить карантин. Я ужасно отношусь, потому что у меня первый класс, и мама, если будет дистанционное обучение, то непонятно, как это вообще будет происходить. Падает зрение у детей. Когда общаешься непосредственно с преподавателем, вот, ты воспринимаешь лучше и лекцию, и все как-то познания приходят. А дистанционно это можно сидеть, чай пить, кофе пить. То есть не совсем.